Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. И сегодня вот вышла долгожданная обнова версии 1.7. Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы навестить друзей. Встречайте райдеров, которые рассказывают вам о базах других выживших. Запасайтесь топорами, находите C4 и вперед, набивайте рюкзаки. Мы добавили новое событие — райдеры. Атакуйте базы других выживших, на котором вам укажут райдеры. Крушите все на своем пути и забирайте добычу. Будьте осторожны, шум привлекает зомби. Если принимаете участие в рейдах, то не забывайте о защите своих базы. Правильная расстановка сундуков, укрепление стен могут вам сохранить накопленные предметы. Сломанные стены вынесли ресурсы? Отомстите выживших, напавших на вашу базу. То есть теперь, я так понимаю, можно ходить на рейды других ребят, которые живут неподалеку от вас. Новые персонажи. Познакомьтесь с райдерами, они найдут вас сами, когда им будет что-то предложить. Делитесь с райдерами добычей и прокачивайте репутацию, чтобы получить более ценные наводки. Помните, что с райдерами шутки плохи. Если вы решите их обмануть при дележке добычи, то наказание не заставит себя ждать. Внимание, как только вы примите предложение райдерам, вашу базу смогут атаковать другие выжившие. Новый предмет. То, что многие давно ждали, теперь C4 доступно для использования. Если вы не боитесь орд зомби, сбежавшихся на шум, то это оружие — лучший выбор, чтобы крушить крепкие стены на базах выживших. Найдите C4 в бункере, а также в других опасных локациях. Ну вот такой вот. Вот такое вот описание, вот такое вот обновление у нас будет. Не знаю, давайте попробуем поискать C4, давайте попробуем найти райдеров и что-то попробовать сделать. Как только скачал обновление, я сразу же зашел в игру. И давайте отправимся на базу, там должны ждать меня уже райдеры. Ребята, которые должны мне дать наводку на разгромление чьей-то базы. Не знаю, хватит ли у меня, ну, оружие-то однозначно хватит. Хватит ли у меня ресурсов на крафт таких топоров? Потому что я, по-моему, по ресурсах у меня все скудно. Ну, сейчас мы все проверим и попробуем это сделать как-то побыстрее. Ну что, ребята, давайте же. Орда зомби, как всегда, напала на мою базу. Как вы видите, стрелочка указывает куда-то сюда. О, ля. Смотри, стоят три братка, два ВССника и один гранатометчик. Вот это райдеры. Хочешь сделку? Я отметил на карте базу другого выжившего. Его сейчас нет дома. Можешь забрать себе все, что там найдешь, но с тебя доля за наводку. Соглашаемся. Конечно же, как только вы примете предложение рейдера, вашу базу смогут также находить на карте и атаковать другие выжившие. Окей. Репутация 0, но тем не менее, давайте, я так понимаю, бери пушку побольше и отправляйся на рейд базы. Сейчас мы выйдем и возьмем какую-то пушечку побольше. Что можно взять побольше у нас на базе, я даже не знаю. Давайте сначала мы обратим внимание на то, что у меня пушек и так хватает. Но мне не хватает одного топоров, крутых топоров, которые нужны для того, чтобы крушить стены, ребят. Давайте выложим этот ломик, я даже удалю. Красные талоны мне, в принципе, не нужны. Вот, гвозди, доски, по-моему, нужны будут для крафта топора. Но мы еще чекнем разокчик. Так, металл и изолента. Металл. Давайте возьмем металл и также изолента. Изолента тоже у меня есть, слава богу. И, блин, все забито всяким хламом, ребят. Давайте выложим и это. Аптеки нам понадобятся. Морозный посох, давай. Пока не у тебя время придет еще. Так, топор раз, два, три. Ля, наверное, больше нужно будет топоров. Чего мне не хватает? Изоленты. Изоленты 20 штук взяли. Давайте возьмем еще, поищем гвозди. Гвозди должны быть где-то. Гвозди.
Гвозди и доски, гвозди, доски, гвозди, доски и металл. Гвозди, доски, металл. Тут тоже нет. Тут тоже. Итак, нашел я нужное количество ингредиентов для того, чтобы пойти на рейд. Первый свой рейд. Базы пройти какого-то выжившего. И вот что у меня есть. Я с собой взял 6 топоров. Я думаю, этого должно быть, ну, достаточно. Этого хватит. Давайте оставим немного оружия на базе, так как мне нужно будет свободные слоты для того, чтобы уносить что-то крутое выжившего. Также я возьму свой чоппер, где бы он ни был. Вот. У него здесь, я думаю, 2 ВСС. Ну ничего, давайте поедем. Точка. База должна быть указана рейдерами на карте. Вот, показать события, что это. Ну, это выживший. И вот она, база. Player 5335. Ребят, отправляемся, едем. Едем, нам нужно обязательно ехать, чтобы три канистры, которые там лежат, бензин, совместить. Войти. Так, у нас есть вот такая вот база. Так, база есть. Чоппер обойти нельзя. Ну что, база есть. В принципе, не знаю, чья это база, но я думаю, что это все-таки какая-то база, которую можно зарейдить любому человеку. Не знаю, кто так строил. Давайте самое первое. Так, здесь проверим. Ничего нету. Проверяем чоппер. Что у тебя, чоппер, внутри? Есть ли здесь чуть-чуть бензина? А, чуть вообще бензина в чоппере нет. Тем не менее, давайте продолжим. То есть шуметь. Видите, когда шум набирается, может прибежать толпа зомби. Блин, это все лутается. Нифига себе. Мясо. То есть шум нашумел, прибежат зомби. То есть даже когда их... Ага, лёд. Зомби прибежали, не знаю, шум выстрела. Может быть, стелсом ходить нужно, чтобы не привлекать к себе особого внимания, ребят. Ключ, это нужно. Замок, это тоже нужно. Давайте будем ходить в режиме стелса, для того, чтобы не привлекать особое внимание зомби. Ну, я вам скажу, что рейдим базу. База, в принципе, совсем неплохая. И Ромео. Так зачем он? Блин. Угля, кто-то. Угля, смотри, сколько прибежало их. Это капец. Тут, короче, еще просто так и не залутаешься. Не маловато ли я оружие взял с собой, ребят? Пофиг, как бы ты ни шел, все равно добавляется этот шум. Ключ еще. Ну вот это мне нужно. Это нужно. Ля, сейчас еще больше прибежит. Ладно, ребят, давайте что-то выбирать, что мы будем лутать. Блин, в самых крутых сундуках еще, блин, бегут. Интересно, что, кто прибежит, когда наберется полностью эта шкала. Да дайте мне хоть долутать эти ящики, ребят. Вот это что-то уже похожее на то, что можно назвать лутом. И то я не знаю, зачем мне сколько всего этого. Ну давайте выберем самое нужное.
Мою базу тоже рейдить смогут. Я думаю, что там могут найти себе много чего интересного. ВСС. Ребят, ВСС. Разрушитель, ребят. Это разрушитель, да. Это два разрушителя. Пока огнестрела 0. Да, конечно. Да ладно, Громила прибежал. Громила прибежал. Смотрите. Короче, нужно еще знать, что... Что... какие ящики вам нужно выбирать, какие ящики нужно лутать. Потому что, ребят, прибежит Громила и по попе настучит. Вот такое обновление, вот, ребят, вышло у нас. И я думаю, что этому обновлению рады будут все. Также можно использовать C4 для уничтожения железных стен. Конечно же, я в следующем видео, наверное, все-таки вооружусь чем-то посерьезнее и пойду убью Громилу. Почему? Когда? С какого времени Громила стал для нас помехой? Ну, пока я... Налутал вот такой вот лут. Конечно, это самый крутой ивент, который можно было бы сделать. Куча лута. Но теперь моя база тоже нуждается в защите. И как минимум какие-то стены из досок нужно делать, ребят. Так что давайте, ребят, все фармим на стены. Теперь новое задание. 3 секунды, и это ивент исчезает. О да. Короче... Вот так вот, ребят, нужно вооружайтесь посерьезней, которые пушки вам нужны. Это Громила, я так понимаю, что не один Громила будет прибегать. Интересно, сколько тогда Громил прибежит к нам на базу. Это вообще круто. Ох, ля, они опять здесь, ребят, опять здесь. Короче, это что, можно без... Ага, слишком... Что, этого слишком мало? Я бы на твоем месте построил стены покрепче. Мы всегда возвращаемся за своей долей. Не отдавать ничего. Давайте, что им отдам? Вот это. Гвозди. Не, гвозди мне нужны. Замки, фонарики. Давайте морку отдадим. Это отдадим. ВСС я ставлю однозначно. Давайте отдадим калаш. Ключи. Ладно, давайте ключи. Поделиться. Отличная сделка, увидимся еще. То есть, они просто убежали. Ладно, будем ждать, когда они прибегут снова, ребят. Вот такой вот интереснейшего образа ивент у нас появился. И теперь нужно фармить на стены. А стены, как вы знаете, у нас... Стоит очень дорого. Вот. Нужно, чтобы бетонные стены... Нужно кучу известняка. Кучу прям. Прям кучу известняка. И доски. Да, это доски, надеюсь. Или это дубы. Это дубовые. Короче, мы разберемся по ходу, что нам нужно для крафта стен. Ребят, стройте все стены. Ставьте лайки под этим видео. И также не забывайте подписываться на канал.